Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Драконы и всадники Олуха». Так, у нас сегодня первый день месяца сентября. Всех первоклашек поздравляю. Так, ну а мы с тобой забираем 25 миллионов древесины. Так, отлично. Шепот смерти защитник, он мне не нужен. Так, ну что, Беззубик, что ты мне принес, а? Покажи, пожалуйста, 1 миллион рыбы. Лучше бы ты мне рун дал, 69 штук. Было бы намного лучше. Так, значит, нам нужно еще раз отправлять его на поиски приливного планера. Да-да, 14 часов 20 минут будут проходить поиски. Ну, зато бесплатно. Так, у нас сундучок, который я с удовольствием вскрываю. И ничего себе, ребята, мы нашли пак? Ты серьезно? Давай, я не ожидал, что здесь можно найти пак. Так, Громель, Громорог... И это все? Скудненько, на самом деле. Ну что, давай тогда забирать древесину и отправлять обратно на поиски наших миленьких драконов. Так, здесь что у нас? Ну-ка. 11,5 миллиона древесины. Тут 7 миллионов. Ну, ветрокрыл, конечно же, как всегда, приносит нам железо. Кстати, может быть, нам... Нет. Нет. Пускай и дальше ищет нам железо. Ну, что ты нам принес, роднулечка? Показывай. 4 руночки. Ух ты, как много-то, ё-моё. Рыбинок бесплатно, пускай летит. Так, Барсик, что ты нам принес? 12 рун, уже получше. Так, пускай идет домик рыбинога. Бесплатно, естественно. Так, этот у нас на обучении. И Грэм Гильда. Ну, тут тусклый интерьер, тут понятно. О другом даже и мечтать не стоит. Перерыв бесплатный. Ну что, с этими дракошами вроде бы разобрались. Давай-ка мы с тобой посмотрим, что нам выпадет из пака. Монета Одина, ну это все понятно. А вот что здесь? Костолом, душитель, костолом дикарь. Так, и кто это у нас? Кто это у нас? Злобный змеевик, обычный. Ну, друзья мои, мы сразу его отпускаем, потому что такой у нас уже есть. Дубликаты нам не нужны. И давай тогда посмотрим сразу же рекламный. 6 монет Одина. И здесь уже Костолом, Кошмарный Пристеглов, Громель. И опять ресурсы. Так, ну что, вроде бы с этим разобрались. Так, сегодня у нас должно быть событие новое доступно. И оно как раз открылось. Это у нас драконьи ясли. Именно сегодня будем проходить его. Так, секундочку, а здесь почему у нас... отказаться. Отказаться от этого всего, потому что, ну, цены на самом деле завышены. Руны мне самому нужны, так что я не буду с ним торговаться. Так, здесь мы забираем. Ты что там кричишь, эй? Такой крикливый. Так, Скалотряс, ты давай тоже тут не прячься, иди добывай. Так, этот у нас сидит с рыбой. Не понял, а почему Крылатая Смерть ничего не добывает, а? Буйволорд. Давай, прокачка дальше. Полетел красавчик. Так, здесь у нас что? На добычу. Так, секундочку. Что мы сделаем? Наверное, отправим повышать уровень. 225 миллионов древесины, чтобы прокачать уровень? Вы серьезно сейчас? Я что-то припупил, как увидел. Но я уже нажал, потом только увидел. Так, брюхоглот. Ну, с этим парнем все понятно. Пускай летит. А меч-крат. Да ёк-макарёк, опять у нас с тобой уже заполнена академка. Не успеваешь ничего сделать, как она уже заполнена. Так, лети за рыбой. Тут у нас с тобой... Ух, древесины. Сколько много. Так, все лесопилки заняты уже, оказывается. Ну-ка, модификрылка, не подведи меня. Да неужели? Так, друзья мои, модификрылка становится титаном. Это круто.
Потому что мы дальше можем ее прокачивать. А тренировать, к сожалению, не можем. Нам нужно, ребята, прокачать ее до 80 уровня, чтобы у нее открылся уже сбор железа. Ну что, давай посмотрим, что наши легендарные здесь принесли. 202 тусклого янтаря, плюс какие-то руны связанные. Так, иди добывай. И зеленая смерть. Чешуйка и 171 тусклый янтарь. Все, спасибо большое. Не буду вас отвлекать. Давай заберем теперь здесь наши награды. Ну, во-первых, у нас янтарь созрел. Блестящий. Можно заказать? Можно. Одну штучку. Пускай делает. И вот здесь меня интересует. Так, 25 тусклого янтаря. Плюс еще 75. 30 банок. Со светлячками мы с тобой забираем. Так, дальше смотрим. И еще, да, это получается 150 плюс 30. 180 мы уже баночек с тобой получили. А нам нужно 1000. Блин, проблематично собрать 1000, но надо как-то стараться. И открываем с тобой бесплатно. Здесь у нас пак созрел. Чудовище, шторморез и все. Подожди, какая схватка? Какая схватка, ё-моё? В данный момент не до схваток нам. Верно? Так, здесь у нас ничего нету, кроме рыбы и древесины. Все, я понял. Ну что, друзья, давайте приступать тогда именно... Так, подожди. Именно к событию. Да? Да. Итак, это у нас драконьи ясли. Давай посмотрим, короткое или длинное. Длинное событие, ну как длинное, среднее, да, получается. Так что поехали. И как мы видим, здесь у нас не разыгрываются склянки. Вот это плохо. Я думал, что будут светлячки, но их здесь нету. Здесь только руны. Так, ну что, мы с тобой видим две волны. Это у нас громорог. Ну и начинаем. Так, жесткий чувак. Соответственно, он у нас кто? Страж? Страж. Ну нифига себе. Если такие дальше пойдут, я не знаю, что мы будем делать. Как нам с ними бороться? Кусаем. А давай я так и сделаю, ярость. А, это защита. Я почему-то думал, что мы будем урон наносить больше. Нет. Я ошибся. Так, он захиливается. Понижаем броню. Опять делаем укус. Двойная атака. Да, долго мы с ним тут возюкаться будем. Еще раз понижаем броню. И добивка. Так, и переходим с тобой на вторую волну. Кто у нас здесь? Я вижу водорез. Причем он тоже здесь один. Окей. Ну, как ты понимаешь, это событие мы за сегодня не пройдем. Можно, конечно, потратить руны, но зачем? Тем более нам их нужно копить. Ты смотри, какой ашитик. Типа не сдается, да? Ну что, добивка? Ну вот и первая наша победа. Ну что, крутим колесо и смотрим, что нам выпадет. Прилив сил, аж две штуки. Это огромная редкость, чтобы прям две штуки выпало. К тому же ко всему мы забираем с тобой пак аренский. Шикарно. Ну-ка, крылатый ужас, громобой, громыль и все. Ну что, переходим с тобой на проходящий поединок. Он особо ничего за собой не внесет, потому что никаких наград не дает, поэтому это проходящий. И что у нас там, я смотрю? Ага. Престиголов, да? Блин, а что они такие тяжелые-то, а? На разбор. Драконьи ясли называется у нас почему-то событие, но я никаких тут новичков не вижу. Наоборот, очень даже мощные драконы. Давай еще разок. Так, двойная атака. Так, нам нужно, наверное, будет хильнуться, скорее всего, потому что здоровья здесь маловато.
Вот так вот сделаем. Найс. И надеюсь, сейчас сможем добить. Ну что-то там. Так, кривоклык, красавчик. И, блин, да ладно. Вот только шепота смерти здесь не хватало, а. Слушай, мы можем, знаешь, что с тобой сделать? Повесить на него слепоту. Да, и, кстати, он из этой слепоты теперь уже никогда не выйдет. И мы его спокойненько-приспокойненько будем разбирать. Подожди. Но долго. Вот то, что долго будем разбирать, с этим не поспоришь. Ну давай ты там, чё ты? Так, делаем укус. И вот так. Ну и все, я думаю, что этого будет достаточно, чтобы нам его разобрать. Если я сейчас сделаю понижение брони. Окей. Кривоклык сейчас, наверное, его уничтожит. Да. Скрита. Очередной барабан и очередная награда в виде плод мудрости. Вау. К чему меня готовят? Я просто заметил такую тенденцию. Когда нам дают либо плоды мудрости, либо прилив сил, то босс будет слишком жестким. Надеюсь, я ошибаюсь. Ну что, еще один у нас поединок, после которого мы получаем загадочный пак. Поехали, давай смотреть, сколько здесь. Опять же по одному. Две волны. Меня это устраивает, но то, что здесь шепот смерти, придется нам с тобой применять тактику. Хотя подожди, он разбирается здесь легко. Ага. Тогда отмена тактика. Просто валим. Просто уничтожаем и все. И смотрим, что у нас здесь. Громорог и душитель. Начнем с душителя. Слушай, ну они здесь вообще легко разбираются. Ты посмотри. Давай-ка мы, наверное, сделаем вот так. Хильнемся. И поехали. Укус. Что-то там встрепенулся. Укус, да, значит? Добили. Ну что, громорог? Вот я до тебя и добрался. Так, укусили. Нет, кривоклык очень хороший, ребята. Мало того, что у него есть такая способность переманивать, да? Любого дракона на свою сторону, так он еще очень даже неплох. Именно по физ-атаке. У него очень часто выпадают криты. Очередной барабан. И здесь у нас выпадает древесина. 50 миллионов. Мало, мало. Но зато забираем с тобой загадочный пак. И идем на проходящий поединок. Так, энергии у нас с тобой две штуки. Ну давай, иди сюда. Вперед. Вперед, вперед, вперед. И атака. То есть одна энергия еще остается. Это получается ровно половину мы проходим, да, с тобой этого события. Кто это у нас здесь? Хофер, собственно, персоны. Он один, одинешенек. И поэтому быстренько сейчас его закумарим здесь. Даже пикнуть не успеет. Нет, успеет он пикнуть все-таки. Ну, вот он что делает, а? Он понижает нам атаку. А мы сейчас сделаем хитренько, вот так вот. Опа, и все. Слушай, здесь три волны, оказывается. Я что-то подумал, что две. Так, я немножко тут оплошал. Давай, наверное, вот так вот понизим здесь защиту. Что он там думает? Я думал, что он фаербол будет бомбить. Но нет, он не стал этого делать. Зато вот этот, да? Подрядился. Хорошо, мы сюда бомбим. Сейчас будем отхиливаться. И что тут дальше? Так, ждем ответки. Ох, ничего себе. Вот это да, друзья мои. Опасный типок. Так, вот здесь обязательно нужно хиляться. Давай, наверное, с кревета начнем. Кревет плюс отхил. Плюс кусаем кревета, естественно. Так, что он сейчас делает? На штормореза, да, тянет? Ох ты, он еще и повысил себе атаку. Нет, парень, ты уж извини. Давай как-нибудь в другой раз. Ну что, шторморез. Вот мы до тебя и добрались. Двойная атака. Кто сейчас ходит? Мы, да? Хиляемся.
Ну и, я так понимаю, добивка сейчас будет. Все. Победушка наша. Крутим очередное колесо, и выпадает нам древесина. Понял? Итак, теперь у нас впереди мини-боссик. Это наша последняя сегодня битва. Кстати, давай посчитаем. Мы заберем с тобой янтарь. Тут получается раз, два, три, четыре, пять. Да, на завтра мы с тобой допройдем это событие. Я надеюсь, пройдем легко, без каких-либо там каверзных, ну как тебе сказать, проигрышей, да? Вылетов из игры и тому подобное. Ну что, шепот смерти и злобный змеевик у нас здесь. Начнем, наверное, с шепота смерти, скорее всего. Так, сюда. По-моему, не успеем мы с собой ничего накопить. Он сделает свой супер удар. Хотя, ну сейчас посмотрим. Если этот... Нет, тогда он ничего не успевает делать. Мы с тобой уничтожили. Шикарно. Кусаем. Правда, атака слабенькая пошла. Потому что понизили нам здесь, видишь, атаку. Ладно, ничего страшного. Ух ты! А, ускоряешься. Ну, ускоряйся, ускоряйся. Вторая волна. Кто у нас тут? Скалотряс плюс водорез. Тут даже не обсуждается. Естественно, в первую очередь надо уничтожить скалотряса. У него, как по мне, атака все-таки будет сильнее, чем у водореза. Ага, видишь что. Причем он два раза атакует, так что минус. А вот теперь можно, как говорится, разбирать спокойненько водореза. Он нам уже не страшен. Так, атака. Двойная атака от нашего барсика. И... как думаешь, добьем? Я думаю, добьем. Ха, отлично. И последняя волна, вот они, мини-бусики. Ну ты понимаешь, да, кого нам лучше бомбить? Естественно, ветрокрыло. И нам нужно поспешить до тех пор, пока он не накопит здесь 5 энергии. Надеюсь, успеем. Надеюсь, у нас все получится. Так, атакуем. Дальше нам нужно сделать отхил. И кусаем. Слушай, да, есть такая вероятность, что ему сейчас будет крышка. Даже несмотря на то, что он немножечко отхилялся, это ему не поможет. Давай-ка вот так вот, наверное, сделаем. Потому что костолом, как ты видишь, у нас с повышенной атакой. И я не хочу, чтобы он делал свой разбег, а он его делать не будет. Он не успеет. Он элементарно не успеет. Все, что и требовалось доказать. Крутанули и забрали что? Блин, древесина, я думал, может быть, плод мудрости или прилив сил. Ладно. Ну что, забираем с тобой еще 1000 янтаря сверху. Все, да? Ну что, ребята, завтра мы допройдем это событие. Но, как я тебе говорил, что здесь у нас нет склянок, зато есть 300 рун. Вот где бы мне теперь взять эти склянки, а? Вот кто бы мне подсказал, где их можно получить? Нет, я понимаю, вы говорили, если будешь заходить каждый день, возможно, ты накопишь. Ну, я тебе говорил про рабочие денежки, нет? Когда нет возможности у меня зайти и поиграть. Так, что-то здесь нам выпадет. И это громорог редкий. По-моему, есть у меня такой, да? Ну-ка. Да, такой у меня есть, поэтому отпускаем. 320 тысяч рыбы. Так, что-то мы здесь с тобой выполнили. Давай глянем. О, еще 30 банок получили. А здесь что? Угу. Может быть, где-то задание какое-то есть, а? Выполни обмен. А, нюхах... Подожди, а почему я нюхохвата не отправляю? Твою налево. Вот, забрать. А знаете, как я буду казаться еще круче в глазах забияки? В окружении драконов, которые не настолько круты, как мой. Забияка так и не пришла и не увидела, насколько мы крутые. Ну и где мой план дал сбой? Не знаю, где твой план дал сбой. Как мило, Грум или Шепот Смерти хотят поиграть. Они собираются вместе добывать древесину.
Так, поручите Громолю добыть 15 тысяч единиц древесины. Громолю. Так, стоп. Громоль-то у меня и так вроде бы как за древесиной. Ну-ка, вернуть и отправить. Сейчас я гляну. Так это канает. Так, поручите шепоту смерти. Где он у нас? Ха, выполнили. И если я буду обучать драконов самостоятельно, они с большей вероятностью последуют за мной, когда придет подходящее время. Я буду дрессировать драконов, пока другие викинги заняты своими делами. Так, повыси уровень каждого из 10 драконов на 2. Это как это так? Каждого из 10 драконов на 2. Я бы с удовольствием, но у меня академка забита вся. К сожалению. Ну-ка посмотрим. Один день, 6 часов, 12 часов, 21 час. Офигеть, конечно, тут у нас тренировочки будут. Ну да ладно, главное, что мы с тобой задание взяли. И отлично. Так, что мы можем с тобой здесь посмотреть? Во-первых, сколько у нас склянок. Друзья мои, 2 дня остается, всего 2 дня. И 12615 склянок. Ну как же так, а? Неужели эти склянки больше нигде не взять, а? Нет. Эти склянки больше нигде не взять. Твою дивизию, ну как же обидно, а? Лучше бы мне вот с этого... Где он у нас тут? Летний-то... Вот. Лучше бы мне отсюда бы дали бы 500 склянок. Я бы вообще радовался бы здесь. До потери пульса. Может быть, что по акциям, нет? Да, что тут тебе будет по акциям? Ничего. Осенний пир. Фига, смотри-ка. Морячка-сарделька. Мармелет у меня есть. Параплю, нифига себе. Яйцеклык. Грязимед. Рыбачка-громгиль. Блин, прикольные, да, скины? Ладно, друзья, делать нечего. Давай, наверное, мы с тобой набьем еще пак вождя. И, наверное, будем закругляться. А завтра, как я тебе и говорил, да пройдем это событие. Ну-ка, что у нас тут? Покажите, пожалуйста, кто там. Парящий прихвостень, смотрю, у нас здесь громорог и опять эти олухи. Поехали, сделаем так. Ну что ты, что ты, что ты там задергался, затрепыхался? Бомбим. Ну? Ах ты, гаденыш ты мелкий. Ведь знает, куда бить, да? Там, где понижена броня, естественно. А я вот так сделаю тебе. И добью. Так, фаербол сейчас полетит. Точно, полетит. Громорог, отпрыск. Ну ты-то что будешь делать? Хиляемся. Добить не сможем. Он сейчас опять будет фаербол. В кого? В Барсика, конечно же. Ух, ничего себе. Это далеко был не фаербол. Это было уже целое пламя. Угу. Ну, в любом случае мы здесь с тобой победим. Так, громорога сейчас накажем. Раз. Понижаем броню. И кривоклык его просто... Ага, он хильнулся. Тогда сделаем вот так. Все. А здесь у нас, смотрю, сарделька. Угу. Барс и вепрь. И кривоклык. А если я вот так начну делать, к примеру. Так, сарделечка. Ну ты жук, а? Вот жучара мелкий. Блин, если бы у меня была бы, если честно, сарделька хотя бы 15 уровня, поверь мне, я бы вместо барсика взял бы сардельку. Потому что сарделька на самом деле очень крутой дракон. А она у меня, по-моему, только лишь 10 или 11 уровня. Ну, слабенькая. А так, смотри, как она бомбит, а. Две атаки, плюс, не забывай, у нее есть отражение. И, по-моему, есть хил. Или усиление команды, что-то такое. Давно не играл, не помню сейчас точно. Так, слушай, у них, смотри, вся шкала забита. Сейчас что-то может произойти неприятное. Скорее всего, Барсик что-нибудь сделает. А что он сделает? Он может только отравить. Отравление повесить и все.
Насколько я помню. Так, погоди-ка, может быть, нам все-таки сделать вот так? Неужели мне Кривоклыка сейчас уничтожит, а? Да, ребята, уничтожит. Сарделька, помогай. Еще разок. Так, он может хиляться, не забывай. Сарделька сейчас уничтожит, да? Ну, а мы в свою очередь уничтожаем. Блин. Лишь бы не хилялась. Тогда все, мы выиграли. Прекрасно был поединочек. Ну, а вот и последний бой. Так, значит, у нас здесь Хофер, Парящий Прихвостень и Громель. Ай-яй-яй, как ты неудачно сделал-то, блин. Ой, как ты противно все-таки, а? Поступил. Надо было, наверное, Хофера бомбить. По нему повышенная атака шла. Сейчас, мне кажется, Шторморезы-то мне уничтожат. Хотя, подожди-ка, еще не все потеряно. Или потеряно. Так, уничтожаем с тобой этого. Дальше, погнали. Попробуем разобрать Хофера. Лишь бы этот не... А, я только хотел сказать, лишь бы он не бомбил своим фаерболом, но он выпустил его. Что-то у меня сегодня Кривоклык какой-то неубиваемый. По нему никто не может попасть, прикинь. А я вот так сделаю, слепоту. Потому что сейчас он будет фаерболы раздавать налево и направо, поверь мне. А так, под слепотой он ничего нам не сделает, а мы его будем потихонечку с тобой уничтожать. Ну давай, давай, давай. Смотри-ка, копит, копит гаденыш, да? Он думает, сейчас слезет с него слепота, и он сможет бомбануть. А вот кукиш тебе. Слепота с тебя не слезет никогда. Ну, естественно, он не попадет по нам. Так, давай кусать его. И в следующем ходу добиваем. Ну, вот и все. Ну что, ребята, как вы поняли, да? Обычный выпал у меня пак. А вот вождь, пак вождя. Выпадает нам кревет, ужасное чудовище, острокрылый змеевик, ищейка. Мол, как даже ищейка. Неожиданно для меня, если честно. Так, и собираем с тобой здесь 10 рун. Эх, когда же мы с тобой накопим 3000, а? Чтобы купить нам нашему плеваке другана. Ездового дракона, естественно. Так, слушай, а может быть мы пока можем кузню ему улучшить, а? Что скажешь? Или не стоит? Даже не знаю. Требуется дракон 12 штук сотого уровня. У нас тут максимум, что мы можем, это только прокачать склад. И сколько нужно... А, для улучшения требуется зимние викинги. И 50 железа. Захотел я раскачать себе. Как бы не тут. Как бы не так было, да? Тусклый янтарь. Заберем. 1000 штук. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!